Развитие языков – одна из приоритетных задач в стране. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Бакыджан Сагынтаев. Он подчеркнул, что в государстве создаются условия для развития всех языков этносов. Глава Кабмина подчеркнул, что задача правительства – обеспечить постепенный переход на трехязычное образование. Отдельного внимания, по его словам, требует повышение доступности обучающих курсов на других языках, в том числе с помощью онлайн-ресурсов и современных учебных пособий. Также Бакыджан Сагынтаев отметил, что необходимо использовать потенциал средств массовой информации и наладить создание специальных программ и обучающей видеопродукции. Елбасының өзінің айтып өткендей, қазақтың басындағы біздің елімізде әрқашан сақталатын болады, бұған ешқандай да күмән жоқ. Как сказал глава государства, приоритет казахского языка будет сохраняться, как и прежде. Сейчас в стране проводится политика трехязычия. Чтобы войти в тридцатку развитых стран мира, мы должны знать больше языков, и английский язык нам необходим. Но мы не должны заставлять изучать языки, а создавать благоприятные для этого условия.